Господи Боже наш, зиждителю и содетелю всех, благослови млеко, густевшее с ним и яйца, и нас соблюди во благости Твоей, якода причащающихся их, Твоих независимо подательных даров исполнимся, и незлоголодная Твоя благость, яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословляется, освящается приношение все окропление воды и священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение все окропление воды и священного имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение все окропление воды и священного имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Воистину воскресе! Ну все, все вас приветствуют, Потеряевка. Их тоже приветствуют, Христос воскрес. Да. Все, у нас ночью было хорошо, все было, где-то было больше 30 человек. Гостей было много, приехали. Ну все барнаульские, в основном гости. Нет, с камня еще были. Вот. Ну, помолились мы, все пошли по домам. Вот. Договорились. На час будет трапеза, сестры приготовили трапезу на час. Ну, мы с полпервого, молебен пасхальный, прям помолились. Они на улице поставили столы, там солнышко было, так, трава зеленая, так хорошо, и на улице потрапезничали. Потом пели там братья с гитарой, Игорь, там псалмы пели, загадки загадывали там, Люда все там на вопросы отвечает, постой. Больше были вопросы, как... кто относится к посту, как ты принял пост, когда первый раз, допустим, начал постовать, как ты это воспринимал, этот пост, вот, как сейчас ты это прошел там все, ну, вот такие вопросы были, просто освещали, ну, вот так, ну, и все, потом это, я хотел приехать, чтобы побыть и на архиерее, но никто, все, кто приехали, все мы хотим побыть еще там это, никто уже, раньше не поехал. Думал, что в городские поедут, надо часов 11 было выехать. А. Нет, значит, вот так вот. Ну. Батюшка, Наталья насчитала, что была 33-я Пасха у вас в этом храме. Да, 33-я. А первая-то Пасха была раньше же? Нет. Как нет? Ну это в храме я насчитал. Я приехал в 91-м году, 14 мая. Так. Все, Пасха уже... Не было уже Пасхи, уже Пасха прошла. Пасху это я в Киргизии отпраздновал. Первая Пасха это была еще в вашем доме там, не в храме. Ну, конечно. Ну. Ну. Она считается сюда? Ну, она в 92-м году была. Ну, все, да, вот. Причем здесь в каком дому было? Где служба? Там была, там мы отгородили, маленький как уголок, как алтарик был еще в старом доме. Да, да, вот я на ней был карастерой на Пасхе, на первой Пасхе. Потом на втором этаже у меня был еще. Да. Там вы храм строили, пока этот привели в состояние, отремонтировали пока этот клуб колхозный. Время менялось. Раньше делали все из храмов клубы, там театры делали, а потом стали здесь уже это из клуба. И когда строили клуб, кто строили, там была как-то бригада, помню, отец с сыновьями строили. И на каждой стене они из красного кирпича выложили крестики. Крестик на каждой стене, везде там это крестики. Храмы сделали силикатом белого кирпича, а они из красного выложили крестик. Я говорю, как это пророчески все. Прошло сколько там, через 20 с лишним лет, и получилось это. И везде стало. В Мамонтово было, дом культуры был, его отдали под храм.
сейчас он там, отец Виталий построил, но еще не осветили новый храм. Там служит в этом, в Романово, храм находится там, где был, жил первый секретарь райкома, дом этот отдали под храм. Хорошо. Да, и вот его там переоборудовали, и там у него храм. Ну, вот так вот, времена меняются. Так что... Спасти Христос. Да. Ну что, храни Бог вас всех. Спасти Христос, Христос воскрес. Да. Я читал поучение там, это из после имени Прибава Федора Студита, он говорит, мы Пасху встречаем каждый год, радуемся, все. Но она Пасха-то проходит и нет ее. А вот сердечную духовную Пасху мы должны всегда, чтобы эта радость, она всегда была нами. Не так, что у нас что случилось-то, все, понятно, да что это, да, все, хоть там и жить не надо, и побирать там все это, что такое там это. Но если Бог это, что, зачем Бог это допускает, вот это, что я вроде и живу, а Бог допускает какие-то там мне искушения. Да через искушение очищается душа. Это все говорят, и святые, все. Через это очищается. Золото очищается огнем, а душа очищается искушениями. Господь никогда, говорит, не даст нам искушения сверх силы. Что я нет, а Господь. Господь дает по силам. Он любящий отец. Вот так вот. Ну что, храни всех Бог. Спасибо, Христос. Значит, следующее, я в воскресенье буду. Здесь суббота, воскресенье. Да, да. Потому что я опять там как поезда меня. Я с поездом, чтобы мне утром было взять. Чтобы Галя встретил. Да и почему Галя? Нет, Галя меня никогда не встречает. Меня встречает один брат. Вот. Игорь Дымунов. Всегда у нас место там.